Пирог с абрикосовым джемом – отличная домашняя выпечка, которую можно приготовить из готового слоеного или слоено-дрожжевого теста. Быстро, просто и очень вкусно. Слоено-дрожжевое тесто можно приготовить самим, но на это уйдет масса времени. Если вам нужно быстро испечь пирог, то возьмите готовое тесто из магазина. Конечно, оно должно быть хорошего качества. Остальное все просто. У меня был абрикосовый джем, но можно взять любой другой. Удачи! Абрикосовый джем – 150 грамм. Тесто слоено-дрожжевое – 400 грамм. Яйцо – 1 штука. Количество порций – 6. Подготовьте продукты для приготовления пирога. Слоено-дрожжевое тесто немного раскатайте и выложите в форму. Или на дно разъемной формы. Смажьте тесто абрикосовым джемом. Другой пласт теста также немного раскатайте и нарежьте полосками. Выложите полоски на джем крест-накрест. По кругу пирога выложите косичку из теста. Смажьте пирог яйцом. Установите съемный борт на дно формы и поставьте пирог в духовку. Выпекайте при температуре 180-185 градусов 35-40 минут. Пирог с абрикосовым джемом готов. Пирог охладите, нарежьте и подавайте к столу. Приятного чаепития!